Ребята, сегодня сделаем жиросжигающую тренировку. Давайте сожжем лишние калории буквально за 5 минут. И первое упражнение – это комбинация джеков и прыжков с высоким поднятием коленей. Поехали, ребята, разводим в сторону руки. Ноги находятся у нас на низких полупальцах, и мы постоянно двигаемся, постоянно у нас прыжок. И коленки поднимаем высоко, стараемся примерно прижать их к груди. Дальше, когда мы делаем джеки, мы делаем прыжочки в сторону и потом сводим ноги вместе. Ноги врозь, ноги вместе и коленки. Отлично, ребята, и следующее упражнение у нас будет лесенка-крабик. Мы будем выходить в планку на руках и дальше будем делать отжимания и касание плеча. Ну что ж, поехали. Идем маленькими шажочками вниз, дальше отжимания, касание одного плеча, другого плеча и назад мы встаем. Можно ноги не сгибать в коленях, и, кстати, это очень хорошо для растяжки тоже. А можно согнуть, главное, не должны мы скруглять спину, особенно в поясничном отделе. У нас 10 секунд с вами осталось, доделываем упражнение, еще одна лесенка, поехали, идем вперед и отжимания. Отлично, ребята, отдыхаем 10 секундочек, и мы будем делать Predator Jacks. В общем, у нас будут прыжки в полуприсед и два спролса. Ну что ж, поехали. То есть, когда мы прыгаем, мы разводим ноги и садимся в такую широкую позицию. И дальше мы делаем спролс. Это практически как бёрпи, только мы не делаем отжимания. То есть, мы выпрыгиваем назад в положение планки и потом подпрыгиваем вперед и руки отрываем от пола. То есть, перемещаем вес тела на ноги, с рук на ноги. Хорошо у нас здесь задействуется пресс, мышцы кора, конечно, же ноги задействуются. Отличное упражнение вообще для жиросжигания. Хорошо, ребята, мы доделали. У нас осталось с вами 10 секунд отдыха, и дальше мы будем делать упражнение мертвая тяга на одну ногу со сменой ног. Ну что ж, поехали. То есть мы стоим на одной ноге и наклоняемся вперед. Делаем такой маятник, то есть по мере наклонения корпуса вперед у нас поднимается задняя нога. Та нога, на которой мы стоим, она слегка присунутая в колени, для того, чтобы мы не скругляли нашу поясницу. И дальше, когда мы наклонились, отталкиваемся той же ногой, на которой стоим, делаем три таких бега и меняем на другую ногу, повторяем все то же самое с другой ноги. Отлично, ребята. Отдыхаем 10 секунд, и следующее упражнение у нас будут боковые выпады. Также желательно доседать, чем глубже мы садимся, тем лучше. Ну что ж, делаем шаг в сторону и корпус немножко наклоняем вперед, сгибаем колено. То есть одно колено у нас согнуто, а одно у нас ровное. У нас работает только та нога, на которую мы делаем шаг. Получается, мы толкаемся пяткой той ноги, на которую мы делаем шаг, и у нас хорошо включаются ягодичные, а также большая и средняя ягодичные. В общем, очень хорошо для роста ягодиц и для высокой попы. Отлично, доделали. И, как вы уже, наверное, догадались, мы будем делать на другую ногу. Тоже те же самые выпады в сторону на другую ногу. Ну что ж, 3, 2, 1, поехали. Шаг в сторону. Глубокое приседание, чем глубже мы сядем, тем больше у нас растянется ягодичная, тем больше будет потенциал для роста. И толкаемся пяткой, прямо выталкиваемся, чтобы вес тела был у нас только на ноге, на которую мы делаем шаг. Осталось у нас 10 секунд с вами, живот у нас втянутый, кор у нас тут отлично работает тоже. Толкаемся, 3 секунды осталось, 2, 1, закончили. Отлично, ребята. Далее будем делать выпады вперед. И поднимаем руки сразу вверх, когда мы делаем выпад. Ну что ж, поехали. Шаг вперед, поменяли ногу, с другой ноги шаг вперед тоже. Примерно на расстоянии шага важно, чтобы колено передней ноги не заходило за пальцы передней ноги. Колено задней ноги, в принципе, дотрагивается до пола. Чем глубже мы садимся, тем лучше. Корпус слегка наклоняется вперед. Кор у нас здесь задействован тоже, живот втянутый. И, конечно же, толкаемся пяткой передней ноги. Отлично, ребята, доделали. Ну и мы добрались до последнего упражнения на сегодня. Это будут у нас прыжки в длину. Ребята, готовимся. Поехали, рассчитываем свою амплитуду, прыгаем и садимся, то есть смягчая наше приземление.
прыгаем в длину, получается, только мы почувствовали, что мы приземляемся, сгибаем колени, все это делаем на мышцах, не плюхаемся обязательно, потому что все-таки, когда у нас острые колени, это может быть опасно для коленей, поэтому мы как бы смягчаем наше приземление работой мышц. Отбегаем назад и последний прыжок. Молодцы, отлично. А прямо сейчас я рекомендую сделать тренировку, которую вы видите у себя на экране. Это отличная заминка, вы восстановите дыхание, расслабите мышцы. Это избавит от зажима в спине и крепатуры завтра утром.